Опять на грани экологической катастрофы и снова разговор о строительстве полигона в Осинцах. Сегодня в общественной палате уже в который раз бурно спорили о проблеме полигона в Костино. Он уже давно не выдерживает таких нагрузок, и альтернативных площадок нет. В то же время Мрадыково готовится принимать больше 1000 тонн отходов из Удмуртии, которые имеют третий класс опасности. Тему мусорных полигонов комиссия по вопросам окружающей среды решила поднять как раз накануне приезда замминистра страны по экологии. Похвастать в этом отношении Кирову, скорее всего, будет нечем. Как говорят специалисты, город на грани катастрофы. Мощность полигона в Костино давно исчерпана. Поднять горы мусора там смогут еще максимум на 1,5 метра. Других площадок, способных принять столько отходов, сегодня нет. Зато на полигон промышленных отходов Мрадыково собирается принимать больше 1000 тонн отходов из Удмуртии. Некоторым присвоен третий класс опасности. Вопрос даже не выйдет, допустим, 1200 тонн. А завтра еще приедет кому-то, значит, 1200, еще 1200. Ну, а что, Кировская область – это свалка, да? На фоне переполненного полигона в Костино общественники снова заговорили о все-таки необходимом строительстве площадки для отходов в Осинцах. По словам специалистов, все экологические экспертизы и разрешения от контролирующих органов получены. Можно начинать стройку. Напомним, начало строительства полигона остановили после акции протеста жителей Вахруши, которые были против такого соседства. Сегодня общественники предложили жителям близлежащих деревень выплачивать компенсацию за то, что через их дома будут провозить горы мусора.